Аллея у мемориала Славы готова к приему гостей. Все ремонтные работы уже завершены, равно как и оформление аллеи к празднику. По словам специалистов, в этом году оформление к каждому из майских праздников существенных изменений не претерпит. По городу флагов именно здесь 160, на Ордабасе порядка 50 флагов. А на улице вот фонарных? На улицах порядка 500 флагов. Всего два дня осталось до Дня единства народа Казахстана, но специалисты говорят, что с оформлением успеют. К слову, праздничный наряд Шымкента к майским праздникам обошелся городской казне в 7 миллионов тенге. Тематика общая. В этом году у нас общая тематика для всех трех праздников. Надеемся, горожанам понравится. Ну а праздничного настроения добавят клумбы и малые архитектурные формы, украшенные цветочными горшками, которые в эти дни заполнили цветами, пришедшими на смену тюльпанам.